15-летняя Кристина Сухачевская поет, сколько себя помнит. Девушка исполняет белорусские и русские песни. Последние 2 года она делает это профессионально в вокальном ансамбле «Каданс». На сегодня это один из ведущих национальных коллективов Самарской области. Кристина делится, любовь к музыке ей прививала мама. Она у нее педагог по вокалу. В момент, когда я пою на сцене белорусские песни, я чувствую то, что я сближаюсь со своим народом. Это очень важно. Потому что частичка Родины, она всегда живет во мне. Самарская областная общественная организация «Русско-белорусское братство 2000» третий год подряд проводит патриотический многонациональный фестиваль от героев былых времен. Главная цель – формирование патриотизма у молодежи. Все это при поддержке администрации города, Дома дружбы народов и национальных объединений. На сцене выступили свыше 20 творческих коллективов 63-го региона. В городском округе Самара проводится очень много межнациональных и многонациональных мероприятий. В рамках подготовки к каждому из них ребята разных национальностей изучают культуру друг друга. Это воспитание именно патриотизма в его самом главном звучании этого слова. То есть это любовь к своей родине. Это чествование героев, которые, многие из которых отдали своей жизни за то, чтобы у нас страна была. Многонациональный концерт приурочили к празднованию Дня Героев Отечества, который отмечается уже 12 лет 9 декабря. В этот день торжественные мероприятия проходят по всей стране. Мария Елчан, Константин Головин, «События».